В Одессе требовали освобождения Надежды Савченко. Активисты местной ячейки партии «Батьковщина», в которой состоит ставшая известной на весь мир украинская летчица, пришли к российскому консульству. Свой митинг они приурочили к Международному дню прав человека. Чтобы по ту сторону забора требования услышали, активисты принесли колонки и микрофоны. Выступали по очереди. Мы пришли, девочки, поддержать акцию Надежды Савченко, которая арестована незаконно, которую мы любим, уважаем, как женщину, патриотку нашей Родины, одесситку и вообще. Потому что она борется за нашу свободу, так сказать, свободу нашей Украины. И она попала в тяжелое положение, находится в тюрьме, ее надо освободить. Підтримать нашого депутата в списку номер один «Батьківщини» Надію Савченко, а також решту політичних в'язнів, таких як Сенцов, режисер видатний український, які незаконно утримуються в Росії. Участники митинга приняли резолюцию, это своего рода обращение в Госдуму, а также к президенту России Владимиру Путину с требованием принять меры для освобождения летчицы и нардепа Надежды Савченко.